За 3:10 надо уже быть в этом, на финише. Кажется ли, карьера копа быстрее прошла, чем карьера гонщика? Карьера гонщика, она что-то шибко длинная. Шестьдесят шесть гонок. 44. По-моему, 44. Я не помню точно, но надо сейчас посмотреть, сколько я прошел примерно. Вон он. Дать газку, а то что-то уже скоро, смотрю, 3 минута будет уже. Вторая минута. За 3:10 надо приехать на золото. Успею уже. Ладно. Серебро. Серебро. Все. Много у меня таких вот гонок на серебро. Награда доступна. Lamborghini Reventon Roadster. Угу. Это я катался на Lamborghini, по-моему, Murcielago Roadster. Да. Чё, кстати, по пройденным гонкам? Так, досье преступника. Пройденные гонки 48, а надо 60. Охренеть. Это ж мне сколько проходить? Хрена себе, я вам скажу. Что-то ошибка длинная карьера гонщика. И его долго проходить придется мне, значит. 325.
А, кстати, как Макларен тут поведет себя в таких условиях? Написано, что скорость недоступна. Но я знаю, наверное, он быстро едет. Я хрен его знает. Я лидирую, не лидирую первым. Тут вообще непонятно. Так. Уже интересно. Тут Макларен тоже есть, я смотрю. Тут он на Макларене ездит. Урвал первое место. Слышь? Бля! Опять начинается похожая ситуация. Все меня обгоняют. Теперь их догонять придется еще. Четвертого обогнал, третьего тоже сейчас гоню. Пипец какой-то. Как догнать? Опять 1 километр до финиша. А я финиширую третьим. Зашибись. Третий, да, бронза. Задротство долбанное просто. Но все равно гонки открываются. Родстер, это по идее мурчевага. Родстер Ревентон. А кто из них быстрее? Вот с погонями мне везет, а с гонками я что-то смотрю, мне не везет. Вот с гонками всегда, пожалуй, с какими гонками? Вот такими вот погонями, гонками всегда, пожалуйста, а с гонками ни хрена. Не везет. Тут как раз есть турбоускорение, которое мне поможет.
этого, например, вот Борджини, который на первом месте, который сейчас едет. Хрена, я заюзал шипы. Ой. А я врежусь. Я не за это. Шипы не задену. Они пропали. Еще один перехватчик. На, доступно, на тебе. Понял? Доступ... А, доступен антирадар, хотел сказать она. Так. Опа. Да что ты, блядь, я врезался. Да, Порш Каян. Порш Каян мне помешал. Надо подавление было заюзать. Ускорение отключено. Так, ЭМИ на всякий случай есть. Так, блядь. Половина тоже там, смотрю, в аварию попала. Так, есть еще подавление у меня есть. Пожарный случай. Так. Повяжите, да? Так, блядь. А и правда повязали. Суки. Нарушитель арестован. Достать его для допроса. И правда повязали. Шипы скинули. Прям мне под... Здорово, блин. Прям в лоб шипы. Блин, надо было подавить и заюзать, а я не заюзал. Полисмен хреном. А ну свалил отсюда. Сказал, свалил отсюда, полисмен хреном. На, получай. Ответочку. Нарушитель врезался. Группу захвата сюда. Группу захвата сюда, ага. Задел. Так,
Минус один полицейский. Машина сломана, я отстаю. Эвакуатор в пути. Так, о, еще один. Турбо ускорение. И турбо ускорение. Говоришь. Сука. Рядом с вами обнаружен пассаж Шибани. Соблюдайте крайнюю осторожность. Пассаж Шибани готов. Да, больше разгона нет. ЭМИ включен. Наведение на цель. На какую цель? Все, применил силу. Говоришь, применить силу, вот тебе сила. Так, шипы сбросил он. Полоса шипа держала цель. Нарушитель продолжает движение. Кстати. Немножко подносуем. Полоса с шипами не сработала. Да сработало, сработало. Сработало. Цель ушла в туннель. А, вот туннель. Что за туннель? Попали. Бугатти. Поврезались тут куча. Центральные, допрашиваю заграждение. Оружейные системы. Вот так вот. Блин, ну почему меня? Ты что, виноват что ли? А их что, не повязали? Мне всего лишь надо приехать первым. Так что много прошу. Диспетчер, в нашем направлении на очень высокой скорости движутся несколько машин. Ага. Необходимо перекрытие дороги. Перекрытие дороги. Опа! Минус один. Минус второй. И первая позиция. Вот уже. Центральные, допрашиваю заграждение. Я собираю машину заграждения в направлении вашего движения. Следуйте тем же маршрутом. Дает. Все. Каен врезался. Полицейский. Объект разбился, повторяю. Объект разбился. Подтверждаю, вы можете использовать полосы шипами.
давайте, давайте за ним. Полоса шипов. Блин, шипы задел. Ну я вам сейчас отомщу. Вам сейчас отомщу, блядь. Тоже вам шипы кину. Сзади. Вот так вот. Поняли, да? Кто там не поехал? Ну да, я так вот. Вот так вот, на. И ты тоже на. Соблюдайте крайнюю осторожность. Так, подойдите. Не сработало. Хе-хе. На, Варя! Тоже получил. Нехрен будет стоять. Чего ты там запрашиваешь? Объект, блин, критические повреждения. Суки! Ну что, суки? Цель задержана, всем машинам отбой. Блин, взбесили меня. Опять меня задержали. Да что ты будешь делать? И опять я. Блин. Я подавление. Подожди, кнопка какая? Номер 2. Не номер 1. Сейчас, блин, надо зайти в настройки. Забыл. Эти придурки юзают на меня AME. Так. Так, так, давай. Настройка, настройка игры. Управление. AME. Так, подавите это 2. Все хорошо. Буду знать теперь. Начинаю преследование, прикройте меня. Ух ты, блин. Ты следишь за ним? Этот парень собирается тут с нами нахорить. Центральное, допрашиваю заграждение. Я собираю машину. Один минус. Нужен эвакуатор. Всем преследующим мощную спасительную машину. Центральная, запрашиваю разрешение на установку на вас отшибали. Так, Макларен сбит. Подавитель — это кнопка 2, все, надо помнить. Еще вот так вот можно. А, двое. Налетели на шипы. Кого ты там преследовать собрался? Пошел нахрен.
на в ответку получил. Работали. О! Вот какая-то радостная новость. Ага, сработали. Я получил сильные повреждения. Код 3. Аварийный экипаж. Я захватил экипаж. Не сработали! Хомуха. Критические повреждения, да? Да-да-да. Куда ты там что собрался? Да ёп. Всё. Кстати, задержан. Награды преследуются. Тринадцатый уровень. Угу. Машина новая. Бугатти Верон Гран Туризмо. Здесь никаких Бугатти нету. Ай, зомбо. Блин, фиг. Что-то, блин, Мерседес ни хрена не вытягивает, он какой-то вялый. Да и быстро повреждение получает. Авария, на. Приказываю остановиться. Центральная, запрашиваю заграждение. Я собираю машину заграждения в направлении вашего движения. Следуйте тем же маршрутам. Это пост перекрытия. Мы готовы.
сработали, шипы. Полоса с шипами готова. Полоса с шипами установлена. Объект ведет агрессивно. Ми, да. Блядь, меня еще резались. Как оригинально. На! Белый поганик. Получил от белого поганика. Не могу продолжать преследование. Эвакуатор в пути. Да-да, и поэтому надо меня бить под задницу. Ай. Бесит. Да-да-да, охерительно просто. А я финишировать не могу. Просто не могу тупо финишировать. Вот мурчеланга, без разницы, вообще. Много аварий в этом, что-то, в этой погоне. Получи. Ламборджини мурчеланга полицейский. Соблюдайте крайнюю осторожность. Всем, заграждение разрушено. Разрушено, да. Попал тоже под влияние шипов. Ну, молодец. Ох, блядь. Я туда же. Кого я там преследовать собрался, блядь? Да, я знаю. Всякий случай, хочу подавление, блять, которые меня могут, блять, опять.
бить, блядь. Как это получается у них. Вот так, блядь. Вот так еще, блядь. Вот, блядь, я и врезался еще сам. Красава. Зато мне имя не получилось попасть. Нарушитель слишком далеко. Введение ЭФИ невозможно. На! Получил. Центральная, допрашиваю разрешение на установку полосы с шипами. Подтверждаю, вы можете использовать полосы с шипами. А я могу использовать турбокнопку, блядь. На! Так вот, вот, все, наконец-то. Хоть первую позицию займу. Шипов нет только. Как бы я бы сейчас этого чувака сзади захреначил всю память. Какой же ты мудак? На! Ну нафиг! Хочу, все, надоело. Меня каждый раз все время эти копы бьют, выносят. Ладно, думаю, надо заканчивать с этой игрой. Дальше, по-моему, чисто открываются машины. Ну все, больше чего такого нет. Ну, я сейчас могу, конечно, опять вот сюда, вот на дуэль ломануться. Но что-то мне кажется, что-то какое-то однообразие уже пошло. Одни гонки и... Ну, я еще молчу про эти гонки на время. Это капец. Ладно, давайте, наверное, все-таки я больше не буду притрагиваться к NFS Hot Pursuit. Для меня это будет финальной серией. Все, хватит. Да, я не прошел гонщика на 100%. Да и фиг с ним, я уже прошел этого копа на 100%. Просто тупо однообразие загонщика. Мне интересно. Ладно. На этом я закончу прохождение Need for Speed Hot Pursuit 2010. И начну, наверное, проходить Need for Speed The Run. Ну а с вами был Денчик. Всего хорошего настроения. Всем пока-пока.